someone is sideways and you know just what I mean. Always the ones who wonder what might have been. Will you ever be the same again? Will I see you again? Will I see you? Это первый знак, первый указатель с надписью «Город Магадан». Нам до Магадана 3177 километров. И по традиции, многие ребята, которые ездят в экспедицию именно в Магадан, на этом знаке клеют логотип своей экспедиции. Что сейчас сделаем и мы? Мы собираемся наклеить там лого нашей экспедиции «Широта 59». Итак, поехали! Да простят нас дорожники, мы движемся дальше, в Магадан. Поехали! Поехали. Итак, мы въехали в республику Саха-Якутия, и первый город, который мы посетили, это город Нерюнгри. Этот город является вторым по величине в республике Якутия, и он у нас самый первый по маршруту следования до Магадана от Читы. Итак, наконец-то мы увидели солнышко, потому что три дня с момента того, как мы выехали из Улан-Удэ, мы попали в ливень, во фронт, который преследовал нас, и сегодня наконец-то мы увидели якутское солнышко, которое подняло настроение всей экспедиции. В самом Нерюнгри мы буквально остановились на ночь, переночевали и двигаемся дальше в Якутию. По пути у нас будут Ленские столбы и еще много интересных мест. Итак, поехали, мы едем в Магадан. Выехали из Нерюнгри и едем в сторону Якутска. Началась гравийка, закончился асфальт и начинается самое веселье в нашей экспедиции. Пока нам все нравится, машины справляются отлично. Бережем резину, едем чуть-чуть медленнее, чем обычно, но темп держим, потому что впереди у нас много еще всего интересного. Поехали! Вот в таких условиях приходится заправляться ребятам на федеральной трассе Лена и Колыма. А вы посмотрите на вид, который находится у Влада за спиной. Да?
all the time. People follow us where we go. We both... Здесь настолько чистая вода, что вода выбирается прямо из реки. Ее можно прямо брать и пить. Such delicacy. They won't catch you and me. Это я еще из детства помню, когда жил в поселке. Ну, водопровода нет, туалета нет, туалет на улице, хоть и двухэтажное здание. Но вот рукомойники помню из детства. Ностальгия. Нам приятно, что вам понравилось у нас кафе. Заезжайте еще. Мы всегда рады вам. Спасибо большое, что посетили наше кафе. Заимка. Поселок Лопути. Широта 59. Поехали! Удачи вам в пути, ребята! Продолжаем наше путешествие по республике Саха-Якутия. Сегодня мы добрались наконец-то до великой реки Лена. Эту реку мы решили переплыть на пароме не в Якутске, а раньше в населенном пункте Качикацин. После того, как мы переберемся на ту сторону, мы разобьем лагерь палаточный и остановимся на том берегу реки Лена. Завтра у нас будут ленские столбы, и после этого мы поедем в Якутск. После того, как закончилось камлание шаманов, по некой якутской традиции необходимо подойти к алтарю, к месту, где был очаг, взять немножко сажи и отметить себе на лице, для того, чтобы духи помогали тебе во время восхождения к вершине ленских столбов. Скажи.
Вот последние 6-7 лет с разных стран мира приезжали ученые. Разные ученые. Вот. И они типа сказали, вот здесь, в этом месте, человек дает большую энергию. Это место. Ага. Вот. Это никто не сделал, вот этот площадок, а этот природа сам сделал так. Итак, мы добрались наконец-то до одного из пиков Ленских столбов. И, ребята, отсюда открываются поистине невообразимые красоты и виды. Кстати, крест, который находится за моей спиной, буквально лет 10 назад двое местных ребят из близлежащей деревни водрузили сюда буквально героическим методом. Они взяли с собой доску, прошли к этому пику и, подсаживая друг друга, один другого с крестом, водрузили данный крест на эту вершину. Высота здесь приблизительно 150 метров над уровнем реки, и можно даже вот кинуть камень и услышать, как он долго будет лететь. Круто. Вернулись с Ленских столбов, переплыли на левую сторону Лены. Отдельное спасибо хочу сказать руководству парка Ленские столбы. Нам все понравилось, и мы движемся дальше в Якутск. И в начале декабря у нас проходит каждый год фестиваль «Зима» начинается с Якутии. Где детишки, ребятишки рисуют, посвящают свои рисунки нашей якутской прекрасной зиме. 30 тысяч лет тому назад на территории республики Саха обитали именно такие животные. Это мамонты. Давайте посмотрим.
Ребят, на дворе август месяц, а мы катаемся на ледяной горке. Поехали! Все, все. These days, where the lights don't move and the colors don't fade, leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean. В этом году мы отмечать будем 10 лет юбилей нашему комплексу. Здесь мы представляем историю освоения северо-востока России, поскольку Якутск был форпостом освоения. Все северо-восточные регионы открывались именно от Якутска. Ты говоришь, голодный.